нужно искупаться. Вода на самом деле чистая, но есть рыбный суп холясле. Стив был в Никополе. Все это перец сушится. Сейчас в Будапеште будем уезжать в Székesfehérvár, как-то так. Székesfehérvár. Да, едем на станцию поездов. В таком стареньком трамвайчике. Билет в этот раз купили за 350. Закончился наш пас на 3 дня. Это типа такой вокзал или что это? Ну вообще да. Офигеть. Ремонт бы не помешал. Тут есть рядышком подземный большой вокзал, где можно купить билеты и прочее. Проезд стоит 2470 за двоих. Со скидкой из-за того, что оплатили картой. Приехали в Székesfehérvár. У нас тут есть каучсерфинговый хост, поэтому где-то сейчас надо его встретиться и заселиться. У нашего хоста Стива, это второй этаж его жилья, и у него есть вот такая книжка. Ридна. Это моя Украина. Уже въезжаем в исторический центр. Oh, Steve, can you say something in Russian? Russian? Or in English? Это Стив, наш хост из Székesfehérvára. Székesfehérvár. Ukraine. Székesfehérvár. Mm-hmm. And over there you see they've made the fake window. Mm-hmm. Тут была церковь, но ее разрушили турки во время нападения. And this one they renovated a few years ago. Могила неизвестного солдата к Второй мировой войне. Прошло немало времени, как мы научились выговаривать Székesfehérvár. Székes – это что-то типа королевский, фехер – это белый, а вар – это замок. Так что название города – это что-то белый королевский замок. Пришли в картинную галерею, вход стоит 700. По легенде, здесь было короновано около 39 венгерских королей, но, по словам местных, это не сильно правда. Сделано это скорее, чтобы привлечь туристов. Даже после Второй мировой войны здесь исторический центр был намного больше, но пришли коммунисты-социалисты и снесли большую часть, понастроив вот таких вот 9-этажечек. Buildings, there was a special offer at the supermarket on brown paint. Buy 2,000 liters, get 3,000 liters. А это стадион, построенный к евро. Вмещает он около 40-50 тысяч, но это почти все население города, поэтому стадион в основном пустует.
Дизайн местных социалистических домов взят во многом из Югославии. Тогда местные друзья-коммунисты делились с венграми вот этим вот ужасом. Нашли. Привет, кот. Нашли кота какого-то. Или это кошка? Он что-то не хочет. И вот еще один кот. Тут рядышком с замком. Он сам наш кот. Замок Бори. Надо попробовать потом выбраться за город и снять его с дрона. Окраины Секешфехервара. Там в центре сохранился исторический город, чуть-чуть дальше это коммунисты и социалисты настроили своих этих коробочек деревянных, а уже если двигаться еще дальше, то будут вот такие вот одноэтажные особнячки. Нижний этаж, тут Оля, кухня. И мы готовим грибы, картошка с сыром. Стив был в Никополе, ну еще в других городах Украины. Это самая высокая точка Секешфехервара. На этой точке, по легенде, венгерские лорды с королем Андреем Вторым, кажется, подписали своего рода Магдебургское право. Прямо вот на этом месте. Туристы в основном заезжают в этот город, чтобы передохнуть или перед Балатоном, или уже перед Хорватией, или перед поездкой куда-то в сторону Австрии и дальше. Чтобы посмотреть исторический центр неспешным шагом, достаточно, ну, максимум час. Это максимум. Новый день в Секешфехерваре. Нас провожает большая белая собака. А мы сегодня посмотрим местные озера. Сначала едем на соседние. На соседнее озеро Веленс. Стив в молодости когда-то сам был автостопщиком, познакомился со своей женой из Венгрии и объездили почти всю Европу. Поэтому, когда Стив видит кого-то на обочине с поднятой рукой, то обязательно подбирает. Обзорная площадка, вход 500 форинтов. Ленце, что означает Венеция. Из-за того, что, может, тут много островков маленьких. Общественный пляж на озере Веленсе. Бесплатный, можно купаться, но сейчас никто не купается, довольно холодно. Вода на самом деле чистая,
Но есть дохлая рыба. Приехали на другую часть озера. Тут рыбацкие лодки и заросли камыша. Едем на озеро Болотон. У Стива две дочки, и младшая из них только вчера получила права. Толком еще никуда не ездила, только в городе. И вот мы предложили ей повезти нас на озеро Болотон. Это будет для нее первая поездка по хайвей. Приехали на озеро Болотон, это полуостров Тихань, одно из лучших мест на озере. Нужно искупаться, посмотреть, какая вода. Теперь едем в саму деревню Тихань, на полуострове Тихань. Баба Мьюзим. Баба Мьюзим? Баба means baby? Doll. Doll? Заехали чуть дальше. Центр города Тихань. Тут есть аббатство, но оно вроде под реконструкцией. Проклятие реконструкции нас преследует. Слишком много туристов тут. Просто огромное количество. И причем сегодня еще среда. Все это перец сушится. Это так выглядит аббатство до реконструкции. Ну или после. А сейчас вот так. Приехали в соседний город. Соседний город это Балатон-Фюрет, один из трех самых больших городов на Балатоне. И я самый, наверное, один из самых популярных курортов. Рыбный суп халясле. Вот такая вот подача. This one is гуляш. And this one? This is plank. Ага. And this scene? Tomato. Camembert. Yeah. And croquette with plum. Пришли в музей современного искусства в Балатон-Фюрет. Вход, конечно же, бесплатный. И тут всякие такие объекты из какого-то цвета. Спросил, можно ли снимать? Она говорит, нужно, нужно. Показывайте нас на Инстаграме, на Ютубе, везде. Цена на экспонаты тут начинается от 5000 евро. Некоторых доходит до 20. Ночная Марина. Сейчас тут концерт какой-то венгерской группы, поющей песни Аббы.
Нам опять повезло с хостом по коучсерфингу. Стив отличный просто мужик, чувак из Англии с британским юмором, принимает всех по коучсерфингу, поэтому если вы будете где-то в этих краях проезжать, обязательно остановитесь в Секеш Фехерваре и отошлите запрос Стиву, он вас примет. Так как у Венгрии нет выхода к морю, а все пляжное сообщество двигает на Балатон. И Балатон довольно большое озеро, то есть оно, я бы сказала, огромное. И одно из самых больших озер в Европе, поэтому много людей приезжают туда отдыхать. И это вот такая вот пляжная зона с набережной, мариной, и по озеру ходят паруснички. Очень красиво, очень атмосферно. Друзья, если у вас появились комментарии, оставляйте их, мы с удовольствием на них ответим и поможем, чем сможем. А на этом всем пока. Пока.